Всем большой привет, наши дорогие друзья! Да, мы вас очень рады видеть, надеюсь, и вы нас тоже. Знаю, что у вас очень много собралось вопросов. Наверное, мы о них поговорим чуть позже, скорее всего, наверное, в конце, как всегда, сделаем какую-нибудь разговорную концовочку, вот, и обо всем, наверное, мы с вами поговорим.
все разберем. Если вкратце, давайте я вам немного расскажу. Мы уже приехали с Краснодара. Кто не знает, еще раз, друзья, напоминаю, чтобы быть в курсе всего, вот всего-всего. А в Краснодаре происходило много чего удивительного, прекрасного, шикарного. Был хороший, прекрасный отдых. Вот, все мы туда постили, вылаживали посты, видосики закидывали. Поэтому, пожалуйста, заходите. Ссылочка вот там будет внизу. Телеграм. Как всегда, да, в описании, подпишитесь, поддержите нас, да, и будет вам счастье. Ну, мы ездили туда, как говорится, не только отдохнуть, вот, в основном мы ехали по делам, это на обследование Натальи. Пока все хорошо, по прошлой операции, по отслойке, друзья, все нормально, никаких отклонений и нет, но ограничения все те же остаются, соответственно, никакой нагрузки, резких наклонов, там, ну, сами понимаете, вот у кого было, ограничений много. По следующей операции пока доктор, хирург, врач, он сказал, пока еще рановато, рановато, возможно, где-то через полгодика. Поэтому в этом плане пока все хорошо, все прекрасно. Так, с детками у нас все отлично. Ну и у нас, в принципе, тоже, как вы видите, все хорошо. Да, как и всегда, будем вас бодрить, вот, будем вас поддерживать, мотивировать, заряжать хорошим настроением, несмотря ни на что. Как вы видели, да, я уже весь в работе. Сегодня я спасал наш замок, и я поехал в магазин, представляете, зашел, он стоит 1500 рублей. Просто самый обычный замочек, который установить. Вот. Ну, я долго не думая, быстренько все это разобрал, почистил, смазал, как все надо сделать, и работает все как часики. Поэтому наши финансы в целости, да, и сохранности, и хорошо бы, конечно же, их приумножить. Вот, денежки лежат, а там где-нибудь процент какой-нибудь маленький капает. Ну так, чуть-чуть, ну так, 1200 хотя бы. Вот, да-да, не, на самом деле, друзья, смех смехом, вот, все вы знаете, что ситуация сейчас, конечно же, сложная, безработица очень большая, сейчас более 1 миллиона человек, вот. Если, конечно же, коснулось и ваших родственников это, то информация для вас, возможно, будет полезной. Вот, как вы все знаете, мы живем в мире интернета. Интернет сейчас это незаменимая такая вещь. Вот, у каждого есть свой определенный гаджет, компьютер, планшет. Вот, у нас много информации на самом деле, но, к сожалению, неправильно мы ей пользуемся. Вот, в этом вся и беда. Сами, конечно же, понимаете, очень много причин, которые не позволяют сделать вам, создать ваш прекрасный капитал. Причин, почему людям не удается создать свой капитал, но основные, конечно же, это следующие: отсутствие действий, отсутствие системности, присутствие жадности. Поэтому я хочу вас познакомить с руководителем проекта Егором Арслановым, автор курса «Благосостояние». Проводит обучение тому, как сохранить и правильно распределить то, что уже зарабатывается. Ежемесячно, друзья, на курс приходит до 400 человек на бесплатный мастер-класс, который проходит ежедневно. Его задача номер один – обучить сохранять ваши деньги, чтобы вы не тратили их под ноль, чтобы вы не лезли в долги, даже если вам кажется, что это невозможно. Задача вторая – приумножить кратно ваши сохраненные деньги пассивно, без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды со своего капитала и обрести финансовую, конечно же, свободу. Ну а из этих двух задач, конечно же, уже вытекают другие. Как выбраться из долгов, даже если это миллионы? Как накапливать на крупные покупки, при этом не ужимать себя во всем? Как обеспечивать финансовую защиту и быть готовым к неприятным моментам в жизни? Как грамотно инвестировать свои деньги и уделять этому всего 4 часа в год? Как дать образование своему ребенку стоимостью 2-3 миллиона рублей? Все это возможно, даже если ваш семейный доход всего 30-40 тысяч рублей в месяц. Друзья, регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс. Ссылка будет в описании под видео. Давайте я сейчас быстренько покажу, что мы сделали, что нам предстоит сделать. И предстоит нам сделать ого-го, да и много. А вот, в принципе, сейчас все выйдем, я все покажу, все расскажу. И мы погнали, погнали. Ча-ча-ча, да-да, работает, друзья, потому что будет сегодня, как всегда, интересно, жарко, позитивно. Да, оставайтесь с нами, потому что с нами, как всегда, интересно. Все, погнали. Получилось, как всегда, все чётенько. В общем, сделал я закладную. Вот. Закрепил нашу доску. И теперь к ней уже мы будем крепить
Вот так называемые наши панели. Вот о них вы уже знаете. Ну как, у меня их еще пока нету, нужно будет поехать, чтобы хороший человек помог и быстренько мы их сделали. Ну, камера, видите, датчик движения сработал, она фотографирует. И передается, и все, не знаю почему так. И давайте пошли отсюда, гадите мне там. Многие говорили, эти панели очень темные. Друзья, они не темные, вот на самом деле они выделяются, но через камеру это вообще не передается. Через камеру это все сливается почему-то, не знаю. А так видон классный, бомбический. Наша желоба, наши панельки. Вот, все классно получается. Потому что смотрите, какая погода. Вот, и нужно успеть до сезона вот этих дождей, всего прочего. В принципе, что у нас осталось? Надо будет поехать сейчас сделать, я же говорю, наши панели. Потом нужно будет сделать резку крыши, ну и, соответственно, все это дело закрепить. Потом мы уже будем крепить крепление под наши желоба и уже смотреть всю нашу систему водосточную, где она будет выходить у нас труба. Вот примерно будет вот здесь. И отвод, не знаю, пока куда-нибудь вот сюда во двор. Соответственно, потом мы сделаем дренаж, канал. Вот, и, к примеру, там в те же цветы или я не знаю, что там будет. Похолодало прям значительно, но розы надо будет обрезать. А вот эти доцветают, смотрите, вообще пушка. Дарю. От души, душевно. Блин, жалко, так хотел посмотреть, что с этих помидор получится. Помните, семена упали и случайно проросли. Вот не знаю, что за сорт, но они вот они начинают выкидывать кисти. Выкидывать кисти, их уже гусеница бомбанула, смотрите. Офигеть, вон они. Привет, друган, тебя давно уже, да, не видно? Отъелся. Племяш его закормил, смотрите. Смотрите на вот это. Жирнячок. Какой жирнячок стал, а? Красавчик. Малыш. Вот такая собака стала, вот такая. Большая. Хотя он большой не будет, да? Красавело там. Очень много получил комментариев по навесу. Да, соглашусь, классно, здорово смотрится. Цвет шикарно передается. Все отлично, все здорово. У нас получится. Здесь у нас что? Осталась отделочка. Отделка. Ну и внутри, конечно же, мы это все сделаем. Утепление в любом случае. Все пеноплексом это. Вот, отопление, сплит-система. Ну, еще работы очень много. Вот, в этом плане. Похолодало, но, как ни странно, помидоры еще есть. Вот, виднеются. Там. Все тут меня загадил. Место. На место. Есть. И желтенькие еще есть. Вон они. Ну, баклажанчики еще будут, перца, наверное, еще будет немного. А так уже температура снижается, ну и такового уже здесь, ну, свеклу надо будет единственное собрать. Ну, все, да, ты че? Так, тапочки я тебе не дам. У нас уже теплые полы, я затопил. Прям все ништяково, все отлично. Все, я погнал, забираю уголки. Самое интересное увидите, да. Все покажу, все расскажу. Ну и, конечно же, продолжим работать так, как и всегда. Поэтому оставайтесь, да, с нами, как всегда, интересно. Ну, а мы погнали дальше.
Бубу. И подарите базиличок. Да шо? Можно это есть? Это кошмар. Это вообще тема базилик. Это вообще... Я не понял. Не, ну ладно, в салат. Ну так просто есть. Не, это... Кстати, тут рецепт про базилик. Где там... Кстати, это уже, по-моему, в каждом Наташа, видео, который показывает. Давай не будем вот это. Реально... Бодрящий, классный, вкусный напиток. Там базилик, лимон, все, по-моему. Мяту можно, в принципе, добавить. Друзья, в общем, что, вообще. Не, дождь не сильный, но мелкий вот этот самый, знаете, такой, не дает работать. Я только начал там, знаете, разгоняться, все дела. Вот красота будет, когда у нас везде будет навес по всему двору. Дождь идет, а здесь можно сидеть, играть, детки может запросто, да, гонять. Классно, и он будет прозрачный. Даже не то, что прозрачный. Ты, кстати, ходила там под навес? Да. А, на, цветочки дарю тебе. От всей души, от чистого сердца. Я там не грязный? Все равно я красивый. Так, ладно. Красота, это понятно там. Вот. Друзья, ну так вот, смотрите. Погода. Погода нелетная. Честно, по работе здесь буквально полчаса работы оставалось. Жик-жик-жик-жик-жик. Все отрезать вот как надо. Так хорошо все шло, но, сами понимаете, дождь не вариант. Ну и опасно, конечно, если были бы леса, ладно, можно было бы там, в принципе, плащ одеть, поработать, но здесь вот с такой конструкцией, не-не-не, лучше, не дай бог, где-нибудь оступиться, подскользнуться. Баряночка, иди сюда, тебя же тоже не видели. Барян, иди сюда, куда пошел? Вот дает, а. В общем, что у нас осталось? Да по факту-то ничего. Вот. Вот этот ряд. Ну, видите, да, разница какая есть. Вот мы обрезаем. Мы его обрезаем. Чик-чик-чик-чик до конца. А, панели. Панели же уже наши готовы. Да, спасибо хорошему человеку. Сделал все, все как надо. Смотрите, а. Какая красота у меня, а. Вот они. Еще надо будет сделать отливчики на нашу мастерскую. Сейчас они чуть позже. Вот они, все я сделал. На эту сторону есть. Вот они наши. Вот видите, как они. Вот сейчас, да, цвет как передается. Классно. Вообще один в один, да? Вот сейчас вы видите. Также вот и эту сторону видно. Но через видео, я же говорю, не передается это. Все, видите, система работает. Водичка наша льется. Но пока вот так вот, видите. Сюда, вот так вот. Ну, ничего в этом страшного нету. Пока временно. Тут годами все лилось. Ничего, а тут за неделю, вторую, ничего, я думаю, такого страшного не случится. Сейчас мы дорежем, я же говорю, все здесь сделаем, зашьем все красивенько, нашу трубу вот отведем, джик-джик-джик-джик, и все уже будет по красоте. А потом двор, все дела, сады райские, эх, все будет классно, да, и наши вересты. Верест скоро пойдет у нас потихонечку, да. Кто не знает, давайте еще раз, спасибо громадное всем подписчикам, которые новые подписались на наш канал. Спасибо вам громадно от всей души. Кто не знает, это легенда. По ним мне даже сказали снять отдельное кино, как создавался этот Эверест. Но здесь сколько тонн. Ну, где-то такой же Эверест я уже вывез. Ой, друзья, ну так давайте по кочкам. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, тонн 12 здесь есть. И они все пойдут вот сюда. О, наши друзья проснулись. Смотрите, ай, наши крохи, а-та-ри-та-та. Чё спряталась, а, подруга? А? Улитки. Кстати, о улитках. Мы были в Краснодаре, Табрис. 180 грамм, там буквально было 170 грамм. 6-8 улиток, вот таких садовых. Они стоили 400 рублей. Я тогда не снял, что-то мы спешили куда-то. Хотел вам заснять, в такой тарелочке лежать в заморозке. Один в один. Улитки вот такие стоят, короче, денег. Поэтому нужно подумать о том, что, возможно, мы тоже что-нибудь, знаете, придумаем и начнем разводить такую улитку. Ладно, живи, у меня сегодня настроение хорошее. Вот, ну, весной мы встретимся, я тебе все припомню. Да-да, за рассаду, за листья, за цветы, все-все. Вот так, а Эверест, если кто не знает, еще раз напоминаю, вот это практически вся куча, но я надеюсь, уйдет вот сюда, потому что нас ждет здесь наша шикарная терраса. Она будет на всю длину нашего прекрасного, шикарного дома, да. Все вы помните, каким он был и какой он сейчас, а? А? Ничего, еще крышечка. Чик-чик-чик.
покрасим, и все будет по красоте, все будет так, как надо. Вот, терраса у нас будет на всю длину, вот, и в ширину тоже мы возьмем 4 метра, возможно, даже 5 метров, и сюда мы все это перенесем. Потом ленточный фундамент, площадочку заливаем, навесик мы кидаем по самый верх крыши, поэтому, да-да-да, окна наши ничего не закроют. Можно даже мы навес тоже сделаем с поликарбоната, чтобы свет проходил, и вообще здесь будет прям вообще мега круто. Наша мятка растет, а? А, красота. Поэтому я, наверное, ответил насчет вот этой кучи. Слушайте, я пока 5 минут разговариваю, уже весь промок до ниток. Так, уголки нашей панели, так называемые, есть. Еще раз говорю, спасибо от души. Ну вот, хорошему человеку. О! Друзья, ну не получается, не получается у нас работать. О, да. Конечно, если бы здесь был бы навес, другое дело. Наша болгарочка опять поспевает, а? Красота, обязательно, обязательно ее посажу на следующий год. Я думаю, у нас прям урожай будет вообще крутой. Наши перчики там тоже кое-где поспевают. Вы видели, какой был урожай, а? А здесь красота, здесь навес и ничего не страшно, а? Зато свет, смотри, какой шикарный свет дает. Вообще, если честно, не темно, абсолютно где-то не темно. А свет такой приятный, мягкий, знаете, теплый. Ничего, и здесь тоже везде будет красота, обязательно. И у вас, и у нас, и вообще будет просто класс. А, я прораба потерял. Я же хотел его показать, художник. Барян. Так, в общем, как-то так, не знаю. Честно, хотел сегодня поработать прям ударно, но получилось вот так. Ну, ничего страшного. Вот, мы обязательно упущенное время догоним, перегоним, вот, и всю работу сделаем на отлично. Барян, ты где есть? Так, что, давайте этот чайку. Если дождь закончится, то продолжим работать. Вот, ну, если нет, то нет, то там поговорим, как говорится, о том, о сём, да, о былом, о нашем, о хорошем, о прекрасном. Чайку для рывков, вам тоже приятного чая пить, да, ешьте, пейте и будьте здоровы. Ну и обязательно, конечно же, оставайтесь с нами. Не знаю, как у вас погода, обязательно тоже напишите. Да, сейчас у всех, по-моему, сильно похолодание идет. И что-то я смотрел по прогнозу, по-моему, даже до 8 градусов опустится термометр. Вот, но мы, в принципе, что, уже полы потихонечку затопили, дома все хорошо, комфортно. Дом утеплен, кстати, за вот этот угол. Ой, друзья, как же, ну, хочется быть с вами солидарным, да, ну, вас очень много, и это классно, это здорово, спасибо вам громадное за это, мои дорогие, нас скоро почти 70 тысяч будет. Спасибо от всей души. На самом деле, я вас всех уважаю, друзья, но вас очень много, это классно, и вас еще будет больше, но... К сожалению, я один, вот понимаете, если бы у меня было тоже бы 70 тысяч Федоров, да, каждый, персонально бы у каждого был свой Федор, который бы объяснял бы и разъяснял бы все. Друзья, просто приходят новые зрители и одни и те же вопросы, одни и те же вопросы. Когда-то я начинал эту рубрику и отвечал, ну, потом мне просто говорят, Федь, ну ты уже достал, ну каждое видео одно и то же в конце ты разговор, сколько можно же уже. Потом говорят, люди, ну зайдите уже, посмотрите видосики, ну зачем одно и то же задавать по несколько раз, это сейчас никому не в обиду сказано. Есть вообще капитальные красавчики, я их вообще просто обожаю, которые мне говорят, Федя, никаких вопросов, ничего, я начинаю смотреть с первого ролика и все. И таких очень много было людей, говорит, все, я залипла, я там все, муж голодный остался, а я все смотрю тебя. Я не могу вперед паровоза бежать, хотя я могу на самом деле. Так же было с батареями, потому что, помните, почему ты не отрезаешь батареи? Друзья, они даже не представляли, потому что я в шортах постоянно работал, и люди думали, что здесь, ну, лето. Летом я ремонт делал. Друзья, я ремонт мы делали здесь зимой. Вот мы не могли срезать батареи. Я помню, выбивал, штробил стены, боролся с тем, чтобы там заштукатурить. Отодвигал эти рабочие трубы большие, чтобы за ними как-то заштукатурить. Все удивляюсь. Да, ты срежешь их. Ну да, сейчас я срежу. Там минус 26 у нас было, я батареи срезал. Поэтому всему есть своя последовательность. Вот, я ее примерно так вижу, понимаете? Поверьте, в голове я все прокручиваю по 10 раз.
как проще сделать, как лучше. Поэтому в этом плане, конечно же, у вас свое видение, потому что вы по экрану, вы говорите, о, я бы сделал бы вот так. Мы заехали в Леруа Мерлин, кто не знает, еще раз говорю, в Телеграме мы уже купили в основном мы Тёмычу. Сыночку в комнату, это нам чуть попозже покажем. Коврики мы там взяли, картины, подушки, шторы, по-моему, да? Угу. Полочки декоративные. Вот. Плед. Плед ему взяли. Вот. Сейчас дизайн подбираем. Представляете, нашли мы обои классные, но угу. Они только в Китае. В Китае, да. Кто-то говорит, если здесь нету, что ни странно, нету таких обоев. Элементарный простой рисунок. Вот. Сейчас мы с продавцом договариваемся, чтобы он нам показал, как это все вживую смотрится. Вот. И хотим, чтобы все-таки там был какой-то определенный, возможно, дизайн. Да? Ну, я не говорю, что мы там дизайнеры как-то, что-то, но хотя бы... Ну, детям мы хотим как-то выделить, что это именно детские комнаты все равно. И здесь тяжело, друзья. Мы делаем не для себя комнату, чтобы нам понравилось. Мы, Тёмыч такой, вот он сегодня такой, завтра он другой. У него определенный бывает переходный возраст, я не знаю, сколько их там этапов этих, да. Вот, и стараемся, чтобы ему это тоже нравилось. Не только нам. Нам-то что, мы могли бы все там сделать, ну, да. Раз-два и все, и готово, понимаете? Обычная там, в принципе, спальня. Ну, да, вы в какой-то степени правы, там ребенок, это будет его личное пространство, возможно, там он будет друзей водить, тем более мы ему отдали самую большую комнату, она 20 квадратов, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, в этом плане. И, конечно же, хочется там, ну, чтобы она классно выглядела, даже друзья придут и скажут, вау, ничего себе, круто, классно, ему, наверное, будет тоже приятно. Поэтому здесь как бы нужно подумать головой, поработать. Еще раз говорю, у нас очень большая проблема, потому что у нас большая удаленность от города, а здесь в нашей сельской местности выбор очень маленький. Если есть выбор, то он везде одинаковый. А что-то конкретное, индивидуальное подобрать, найти очень тяжело. А заказывать кота в мешке тоже бывает страшновато. Заказываешь одно, а приходит совсем другое. И как это смотрится, ну, тяжеловато, в общем, с этим как бы. Вот, в этом плане. И все вы знаете, да, новости такие пришли про мобилизацию. Я не хочу сейчас много об этом говорить, как-то, понимаете, наводить какую-то суету. Вот, наоборот, я всем советую взять себя в руки, вот, быть серьезным, потому что жизнь и с мобилизацией, и без мобилизации, она так серьезная. Вот, лишний раз не нужно наводить панику. Сразу хочу всем тем сказать, кто сейчас захочет и попытается написать какие-то не, просто неадекватные комментарии, вы сразу пойдете в бан. Я не собираюсь ни с кем там объяснять, выяснять, там, рассказывать, там, говорить про политику, кто хороший, кто плохой. Вот, еще раз говорю, все мы люди. Все мы люди, все мы народ людской. Вот, я верю в то, что все будет хорошо. Вот, не сегодня, так завтра. В любом случае будет мир во всем мире, и все будет хорошо. Все будет как раньше, я же говорю, будет у нас большие длинные столы, будет у нас застолье, будем мы дружить, ходить друг к другу в гости, ездить, и все будет прекрасно. У нас позитивный канал, как бы какие бы новости не были, еще раз говорю, я не собираюсь здесь из канала делать просто какую-то, знаете, какой-то ринг, какое-то выяснение определенных отношений. Вот. Здесь позитив, еще раз говорю. Даже если у меня там в душе кака, извините, пожалуйста, за выражение, все равно я улыбаюсь, потому что я знаю, что многие из вас, кто-то сейчас одинок, кто-то сейчас вообще остался один. Вот. И мы хотим от всей души вас всех поддержать. Всех, всех, абсолютно всех. Кто нас смотрит, кто нас уважает, кто нас любит. Спасибо вам громадное. Мы за всех вас переживаем. Дай Бог вам всем здоровья. Абсолютно всем. Всем братьям, сестрам, всем родителям, всем бабушкам. Вот, всем мы вам желаем всего самого, конечно же, хорошего, крепкого здоровья, вот, мои дорогие. Я всегда убежден, что после тяжелых времен наступят прекрасные времена. Они будут. Потому что, еще раз я говорю, всегда нужно начинать с себя. Начинать с себя. У нас хорошего внутри очень много. Много, но просто порой мы забываем про это, что мы можем много делать добра, не в первую очередь, как бы что ни было, на самом деле, оставайтесь людьми, не теряйте этот облик, всем тяжело, но все будет хорошо, мои дорогие друзья, давайте будем заканчивать, если что-то конкретно будет, какие-то там прям вау там,
срочные новости, что-то там, если там, не знаю, там, вот, я куда-то соберусь, там, мне нужно будет куда-то поехать, отлучиться, сами понимаете. Ну, соответственно, конечно же, мы сообщим телеграм-канал, вот, в этом плане, поэтому, а так все хорошо, жизнь продолжается, мы живем, бубусики наши растут, и вот, и все хорошо, мои дорогие, все хорошо. Поэтому постараюсь почаще что-нибудь снимать, понимаю, что нелегко это дается, но все же ради вас буду стараться. И надеюсь, вы меня от всей души тоже поддержите. Поэтому, друзья, напоследок, конечно же, как и всегда, мы вам пожелаем всего самого хорошего. Это крепкого здоровья. Да, кому не здоровится, поскорейшего выздоровления. Счастья, мира, любви, добра и пусть, как всегда, да, все у вас будет хорошо. Ну, а мы надолго не прощаемся. Скоро мы с вами обязательно, да, увидимся. Всем счастливо, всем пока. Берегите себя. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that hurtful. I was wrong. The words I spoke, I've been saying many things that are hurtful.